Вы все, наверное, в курсе, что ребята из группы Рензо наконец-то представили свой новый трек на прошедшем в Усть-Каменогорске «Гаккудаусе». И с нами они поделились некоторыми подробностями о своей новинке. Мы эту песню нигде пока выкладывать не будем, потому что у нас на нее есть некоторые планы, так что пока в интернете вы ее найти не сможете. Какие именно планы, выяснять надо у продюсера ребят, но мы догадываемся, что речь здесь идет не только о клипе, хотя всякое может быть. Если честно, мы и сами не знаем, нам по этому поводу ничего не говорили, пока продюсер сказала нам, что скоро будут съемки клипа. Мы же ответственно заявляем, трек «Болше Жанмда» вы сможете услышать вживую, что, на наш взгляд, куда круче. Уже в эту субботу, 16 сентября, приходите на Старую площадь в 5 часов вечера. Гаккудаусе 2017 Алматы Стайл ждет вас.